Вот собрали наконец-то интересненькое. Фортбайк на 2 киловатта. Мотор на тягу, поэтому скорость, наверное, будет не очень большая. Сейчас попробуем. Такой огромный контроллер, чтобы он 2 киловатта мог спокойно через себя пропускать. Немножечко страшный похабный бокс. Это пока тестовый вариант. Провода вот так висят. Просто чтобы испытать мощность, скорость, как далеко можно уехать на такой конфигурации. Самые простые ручки тормозные, не очень красивые. Пока это будет выглядеть так на время эксперимента. Уехал я немножечко в поле. Очень мощный велик, 2 киловатта, это, ну, пожалуй, даже многовато для такого велосипеда. Среднего показывает мне 22. Разгон пока не знаю, какой, потом приеду, посмотрю. Сзади трещотка на 6. То есть, в принципе, я вот на нем ездил без мотора, нормально едет. Ручка такая интересная, китайская. Очень прикольно то, что можно сразу выключать питание и три скорости. И три скорости реально работают. То есть на асфальте очень быстро, а на грунты выезжаешь, переключаешь на самую маленькую, вообще нормально. То есть, в принципе, может быть, даже двух скоростей будет достаточно для этого велосипеда. Так выглядит в сборе. По весу пока не знаю, но где-то на килограмм 35. 30-35 он весит, то есть поднять его реально. Так, проблема номер один, то, что очень грязно. Уже все, я вам даже сиденье грязное весь уделался, пока тут ехал. Потому что сегодня у нас, к сожалению, декабрь. Не помню, 25 или 26 декабря. А снега вообще нет. Такая у нас погода в Твери. Башенка красная. Короче, весь уделался, весь грязный. Аккумулятор плохо закреплен, там в боксе болтается. И на кочках очень фигово ехать. По такому полю, ну не перепаханному, а, как сказать, скошенному, ехать очень даже нормально. По грунтовке нормально, в горку вообще в любую тянет. То есть, на самом деле, офигенный по мощности мотор. Очень хорошо работает эта кнопка. Очень мне нравится то, что три скорости. На грунтах максимально не разгонишься очень быстро, а на асфальте вполне себе прилично можно разогнаться. Решил заснять, короче, в чем все-таки преимущество этого фета. Очень грязно, конечно. Вот я сейчас по краю проехал вот этой кучи и завяз только вот в самом конце, потому что наехал вот здесь вот на горочку. Сюда вот в бок меня занесло. А до этого вот такую лужу я проехал посередине. То есть колесо у меня, наверное, не до конца, но почти сантиметров на 10 было в воде. И он меня тянул через вот эту всю грязь. Меня полностью протянул. То есть мощность достаточно вообще офигенно. Мне очень нравится. Я приехал домой наконец-то. Весь. Я уделался, я так покатался. Офигенно. То, что очень прикольно было. Штаны себе порвал новые, короче. Зацепился. Какая-то мелкая шавка меня пыталась укусить. Все большие за мной гнались, не догнались, а маленькая успела меня покусать за ботинок. Столько грязи. Короче, шестерка, нормально. Шум трещотки громче, чем работает двигатель. То есть двигатель работает полностью бесшумно, синусный контроллер. Очень-очень тихо. Такое вот грязище. Представляете, да, по каким болотам я гонял. Вот так вот все это выглядит на данный момент. То есть и очень круто, все офигенно. Одно единственное, но он слишком мощный, слишком быстрый. То есть придется физически ограничивать, что-то там перепрошивать, чтобы он ехал чуть-чуть помедленнее и чуть-чуть помедленнее стартовал. Потому что для неподготовленного человека он очень быстрый. И я вот на нем сейчас по полю гнал на самой слабенькой скорости. Все равно чуть не улетел, потому что в колее там немножко заболтало меня. Ну и результаты. Значит, максимально разогнался по асфальту 43,9. Средняя по асфальту у меня была от 35 до 40. То есть мощность очень большая и очень резво он стартует. Осталось теперь все это сделать красиво. Нормальную коробку, нормальное сиденье поставить, и будет вообще здорово.